Я звертаюсь до вас через Facebook, бо тепер це наш єдиний канал комунікації. Після того, як ми оголосили проведення першої відкритої ради руху нових сил біля пам'ятника Чорновола, адміністрація президента робить все, щоб нам створити перешкоди. Вони бояться настільки, що хочуть позбавити мене громадянства. За нашим офісом постійно стежать спецслужби. Для нас закрилися двері основних телеканалів країни. Нас навіть намагались виселитись з нашого офісу. І все це робиться для того, щоб ми перестали боротися. І тому, мої дорогі, ми повинні показати, що всі ці старі трюки абсолютно не працюють. Що ми тільки будемо еще более решительными. Они хотят нас приучить к мысли, что нет смысла протестовать, что нет смысла выражать свои взгляды, нет смысла объединяться. Все равно все одинаковые, все равно все на одно лицо. Все равно ничего лучше не будет, и главное, чтобы не было еще хуже. Говорят о каком-то плане Шатун, а на самом деле этот план Шатун не что иное, как план Крадун, то есть план этого политического класса дальше грабить Украину. Мы хотели реформы порядка. Вместо этого мы получили имитацию реформ и полный бардак во всех сферах жизни. Мы должны показать, что в стране есть другие силы, новые силы, честные, порядочные, у которых реально есть мотивация защитить страну, сделать ее лучше, сделать ее намного, намного эффективнее. Мы должны показать, что мы есть, что мы верим в будущее Украины. Что у нас есть достаточно сил, энергии, мы не опустим руки, нас невозможно купить, нас невозможно развести, нами невозможно манипулировать. В Украине есть эти силы. Я верю в силу страны. Я буду идти до конца. Я хочу, чтобы мы вместе пошли до конца. Я вас не подведу и надеюсь, вы тоже будете с нами в этой борьбе. 27-го, час дня. Мы собираемся тут, на углу Крушевского и Музейного, у памятника Чернобыля, на двухлетие этого неудавшегося, проворовавшегося парламента. И мы должны сказать, хватит, нас реально достало. Мы не позволим вам дальше продолжать то, что вы делали. Мы будем объединяться, нас будет все больше и больше, и мы добьемся окончательной победы. Для Украины, для каждой украинской семьи. И это начнется вот здесь. Ждем вас. До встречи.